Вагнеровской школе номер 7 прошла научно-практическая конференция по развитию функциональной грамотности. Это способность применять знания и умения для решения жизненных задач в различных сферах деятельности. Для педагогов такой навык необходим в их работе. Если учитель сам не подкован в этом направлении, если он не владеет функциональной грамотностью, как он может обучить детей? Поэтому мы проводим мероприятия и для педагогов, и для обучающихся, и даже для родителей. Мероприятие стало своеобразным подведением итогов. Целую неделю в округе проходили встречи, семинары и мастер-классы, в которых участвовали как преподаватели, так и учащиеся образовательных учреждений муниципалитета. На данном семинаре мы показываем новый методический прием, который называется кейс-метод, основанный на именно программных средствах. А более конкретно мы будем использовать графический онлайн-редактор Figma для совместного использования, что очень хорошо ложится на любую школьную дисциплину. На конференции был представлен опыт лучших школьных команд округа. Любое из подобных мероприятий способно поднять уровень функциональной грамотности у педагогического состава. Если вы посмотрите на наш стол, вы увидите, что это самый красивый стол. На нем очень много подарков в преддверии Нового года. Мы всем участникам подготовили новогодние подарки. Когда они их откроют, они увидят там методические разработки, QR-коды, которые они могут использовать в своей педагогической копилке. Читательская, математическая, финансовая, естественно-научная грамотность, креативное мышление и глобальные компетенции – вот шесть составляющих функциональной грамотности, которая применяется в комплексе современного образования. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.